Всем доброго времени суток, уважаемые зрители, подписчики моего канала, с вами снова Демастер, и вот, настал тот день, да, именно этот день, когда у меня стало 5000 подписчиков, 27 число, 12:32 по моему времени, ну, я заметил 12:32, возможно, было раньше, по Москве-то получается, что у нас, 10:32, ха, но не важно, важно что... Я хочу сказать всем вам, 5000 человек, даже тому, кто только подписался, ну тебе тоже уже спасибо, чувак. Вот, всем вам спасибо, ребят, за то, что смотрите мои видео, ставите лайки. Даже то, что ставите дизлайки, тоже молодцы. Главное, что смотрите, ребят. Да, и главное, не, главное, что комментируете. Смотрите это так, это вполне нормально. Вот главное, что комментируете, отписывайтесь. Вот я читаю комментарии, люблю читать комментарии, знаете, так. Кому-то ответить, кому-то нет, ну потому что если вопрос уже повторяется миллион раз, то обычно я на него не отвечаю, да? Вот, блин, это зафейлил с картинкой на бастион, то он же должен быть... Это Куб Ворлд, я поставил... Черт, ладно, вы этого не видели, вы этого не видели. Так, ну что ж, раз я обещал на 5000 подписчиков группу ВРК, она, естественно, будет. У меня, можно сказать, даже, грубо говоря, 3, даже 4 юбилея. Ну, один, правда, 2 уже прошли, но это не важно. Вот, один будет завтра. 28 числа будет уже как-то ровно 2 месяца, как я с ней начал снимать видео. 5000 подписчиков, больше 100 тысяч просмотров и больше сотни видео, если мне не изменяет память. Ну-ка, что у нас там? Менеджер видео. Так, погодите, секундочку. Так, все, я снова вернулся, просто тут небольшие это... небольшие неполадки были, которые мне не понравились. Там за окном музыка играет, какие-то люди орут. Ну, в субботу у меня, я живу на парке, вот, на остановке парк культуры и отдыха, и поэтому здесь каждые выходные культура и отдых, а каждый понедельник куча разбитых бутылок. Ладно, это не важно. Культура, в общем, и отдых. Да, так, тут же можно посмотреть, сколько у меня видео добавлено всего, да? Да? Нет? Да, нет? Нет, да? Да, неважно. Главное, что есть. Вот я могу просто зайти на любое видео, предположим, даже сабы Куб Ворлд, да, который час назад выложился. И посмотреть. 104 видео, значит, я уже выложил. Ну да, вот, 104 видео, 100 тысяч подписчиков. Блин, какие 100 тысяч, 5 тысяч подписчиков, 100 тысяч просмотров. И, естественно, завтра будет уже 2 месяца я снимаю, то есть даже 4 юбилея. И на эту дату я решил придумать такую, ребята, штуку. Будет... розыгрыш аккаунтов в ближайший, думаю, в понедельник это видео будет записано про розыгрыш аккаунта, там будет аккаунта нет, розыгрыш игры в стиме, да, розыгрыш игры в стиме, это там будет до 1000 рублей, то есть в принципе все будет довольно таки уже более серьезно, чем какие-то лицензионные аккаунты в Майнкрафте, но там будет несколько условий, они будут довольно таки интересные, я считаю, то есть там не соскучишься. Вот, ну что ж, начнем создавать нашу группу в Raid Call, думаю. Да, создаем группу. Игры Майнкрафт. Раньше, кстати, когда я давно начинал, не было еще Майнкрафта здесь, но судя по тому, как он стал популярным, его сюда добавили. Майнкрафт, далее. Название группы. Ну, назову... Да. Название начинается с буквы, я в курсе. Русские буквы нельзя, да? TheMaster59.ru и его друзья. То есть вы же мои друзья. Цель группы. Общение... Секс, общение, да, общение, все, да, создать. Название группы должно содержать не более 30 символов. А у меня что, более 30 символов? У меня более 30 символов, хотите сказать, давайте посчитаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать три, двадцать четыре, двадцать пять. 25! Где здесь 30? Ёкарный бабай. Да. Создай. Давай себе 59 ру. И его друзья. И его други. О, нормально, пусть будет други. Друзья не подходят, вы сами видели. Черт, а что за дебилизм? А похер, да, нормально. Так, чё? Ладно, TheMaster59.ru говорили. Черт, не дали мне нормальное название. Ну ладно, ой, все свернулось, все свернулось. Войти в группу. Та-дам! Ой, у меня ник любовник Ми. Ну ладно, это не важно. Это не важно.
Ну что ж, в принципе, ID группы вы видите, вот он. Для тех, кто слепой и слушает это как аудиозапись, читаю. 6, 7, 4, 3, 7, 4, 0. В общем, я, наверное, скопирую и вставлю. Вот. К тому времени, как вы посмотрите этот видеоролик и зайдете, скорее всего, здесь уже будет парочка комнат. Возможно, уже даже модераторы, администраторы, какие-нибудь там правила на напишу, в общем, но... это, в принципе, уже не важно. Важно то, что вы, ребят, со мной, а я с вами, и все мы сможем общаться и играть в разные игры вместе. Я тут буду зависать. Но на выходных меня не будет. Да, это странно, я создаю группу ВРК и уезжаю одновременно. Глупо как-то. Да. Так что, ребят, не отчаяйтесь, меня здесь не будет на выходных, потому что я уеду. Вот мне суббота, воскресенье, то сегодня, завтра меня не будет. Но вечером, может, завтра уже приду и тут потусуемся, да. Ах, так, в принципе, что я еще обещал на 5000 подписчиков? Я столько обещаний в последнее время даю, надо все же выполнять, да? Так, создать группу ВРК. Конкурс игры в Стиме. Да, в принципе, это все. Да, все? Лайкну сам себя. Да ладно, чем что-то. А, вот, ну что ж, ребят, спасибо, что вы все-таки со мной смотрите меня. Лайкайте видео, комментируйте. Я очень рад, честно признателен вам на самом деле. Вот, вы мне все дороги, видео будут выходить также. Будет их очень много, то есть, чтобы вы не скучали по разным играм. То есть, я буду все дальше даже развиваться. Те, кто хотят хоррор-игры, подождите немного. Ну, пока что из хоррор-игр могу предоставить вам только Амнезию, потому что остальные, они скримеры, я пока, ну не знаю, их уже так много отсняли. Амнезия, конечно, тоже очень много снимали, но пока что будет только Амнезия, пока она не закончится, думаю, другие хорроры не будут выходить. Но, возможно, как-нибудь мельком так будет SCP мелькать и Slender, потому что они все-таки очень популярны, и их отснять, не, ну, их, ну, нравятся они людям, поэтому сниму их тоже. Но они будут так редко мелькать. Сейчас, конечно, Goo World мне понравился, довольно-таки прикольная игрушка, если играть с кем-то, но я буду обязательно играть только с кем-то. Сольные ролики я, наверное, не буду снимать, потому что они не такие интересные и... Да, в общем, такие дела. Ну что ж, ребят, все-таки спасибо вам всем. Я вам очень благодарен. Всем пока. А, заходи в группу ВРК. Всем пока. Всем пока. Да, всем пока. Черт. Удачи вам. И заходите, да.